Всем привет! Внезапно начался дачный сезон. Сегодня у меня в планах посадить луки. Смастерил вот такой, взял пластиковый ящик, застелил его пленкой. Сейчас наполню его землей и будем с вами сажать лук парей. Потом лук XXL, это типа эксибишена. И посажу... Не помню, что там у меня. Ну ладно, сейчас землю положу, покажу семена. Итак, что у меня из лука? Как я и сказал, русский размер. Это типа эксибишена, до 3 килограмм получается луковица. Ну это в идеале. Написано, что выращивают его рассады. Посадка в феврале. В мае пересадка в грунт открытый. Дальше лук парей. Победитель. У него от сходов до уборки до 160 дней. Тоже посадка в феврале, в марте. Я сажаю сегодня. Сегодня у нас 5 февраля. Ну, дней 10 им на всходы. Короче, к 15 числу должны зайти. Что еще? И не знаю, что будет из этого. Штутгартен Риза. Тут сажают в открытый грунт. И сажают на семенную головку, на селок. А я попробую вырастить за один год. То есть сейчас посею семенами, потом высажу на улице. И посмотрим, что у меня получится. Эксперимент. Так, землю я утрамбовал. Линейкой проделал неглубокие борозды. Где-то примерно сантиметр. Сейчас разложу семечки, присыплю землей и хорошенько пролью. Дальше укрою пленкой и поставлю на подоконник. У меня там температура в районе 20-21 градуса. Самое оно для появления всходов. Итак, в этом ящике у меня два сорта лука. Это XXL и... Вот здесь вот он просыпан уже. И парей. Сеял я часто. Если будет при всходах очень часто, ну, провяжу, продергаю. Пересаживать потом в более какую-то большую емкость я не буду. То есть без пикировки буду его высаживать. А так он в таком состоянии проведет всю свою жизнь до высадки, до мая. Все, присыпаю землей. Аккуратненько. Перед посадкой, конечно, можно замачивать семена. В этом не вижу смысла, так как сажаю достаточно рано. И так он у меня будет сидеть практически 3 месяца. Посмотрим, что из этого получится. Никогда не сажал лук рассадой. Мне кажется, все будет хорошо. Главное, чтобы всходы появились. Кстати, земля очень хорошая. Брал в этом светофоре 60 литров, 150 рублей. Взял 2 мешка сразу, потому что впереди еще помидоры, цветы, баклажаны, перцы и так далее. Ну все, здесь я разметил, где у меня что. Тут пакетики подцепил. Все, поливаем, накрываем и убираем. Спасибо за просмотр. Пока!